Воздушные силы Украины уничтожили все дроны, которыми враг атаковал Украину. Сбили 35 беспилотников. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Летели с аэродрома из Брянской области. Обычно оттуда атакуют северное направление нашей страны. Собственно, все эти дроны были уничтожены. В результате падения обломков в столице есть пострадавшие. Травмировано 5 человек. Также повреждены автомобили, зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна и фасады. В одном из районов Киева поврежден резервуар с утечкой дизельного топлива без возгорания. Припаркованные 15 грузовых и 5 легковых автомобилей также были повреждены. Об этом сообщают киевские власти. Также, вероятно, из-за обломков была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Газ перекрыт, пожар ликвидирован. За прошлые сутки Россия совершила 16 ракетных ударов, в частности, по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксировано 61 авиационный удар и 52 обстрела с реактивных систем залпового огня. По предварительной информации, это были иранские дроны «Шахед».